Ladder TV представляет 10-й юбилейный сезон звездной серии Dota 2. Лучшие команды со всех континентов, самые популярные студии и комментаторы, SL TV, Beyond the Summit, Imba TV и LGD TV. Сотни часов трансляций на 5 языках и гранд-финал с участием легенд Dota 2. Покупай билет, следи за матчами звездной серии в клиенте игры и вноси свой вклад в призовой фонд турнира. Впервые вместе с покупкой билета ты получаешь уникальный сет на Тини и компендиум Star Ladder TV с системой достижений. Следи за ростом призового фонда и получай дополнительные призы. Для начала – буст игрового опыта. Далее специальный лоад-скрин от Star Ladder TV. Худ турниров, матч всех звезд, игровой курьер и новый сет на одного из самых сильных героев Dota 2. Ты увидишь это первым. Следи за событиями на сайте Dota 2 Star Ladder TV. Покупай билет на Star Ladder или подвергнешься тщательному анализу. Ну что же, ребят, еще раз всем привет. Возвращаемся мы с вами в прямой эфир и продолжаем с вами смотреть за событиями Star серии в Китае. Китайская Star серия продолжает нас радовать суперматчами. Ну и сегодня 4 игры, как всегда в расписании, 2 из них уже за нами, 2 еще впереди. Сейчас мы с вами смотрим за матчем IG против LGD. Это очень важный матч в битве за четверку команд, которые попадут в плей-офф финала. В плей-офф, собственно, сезона, извините. Плей-офф финала, конечно же, в плей-офф сезона. Так что смотрим и наслаждаемся матчем. Я турнирную таблицу вам напомню, наверное, чтобы вы приблизительно знали, кто у нас и за что сейчас борется. Борется сейчас у нас LGD и IG за лучшие места в плей-офф. Понятное дело, за места плей-офф просто. Вот Ally Gaming имеет 3-2 и... кто сейчас проиграет, будет иметь 2-3 и 2 матча до конца сезона. Конечно же, очень бы не хотелось оказываться там ни одной из этих команд. Но такой. Итак, смотрим с вами игру. Invictus Gaming у нас за Dire. За Radiant играет команда LGD. Yao, Faith, MMI, Sylar и Injuli. Против них Sloh, Jhun, Ferrari, Cheesebug и Jhun. И Чуань, конечно же. Джун, два раза Джуна назвал. И Чуань. Команды, в принципе, готовы. Неплохо к этому матчу подошли одни и вторые. И, собственно, LGD сейчас немножко получше играет, чем это было. Ну, если, например, сравнивать с тем, что было месяц назад. Поднабрались новым составом опыта. Начали неплохо отыгрывать тот же MMI. Тот же Sylar, вот вчера мы видели неплохой пример игры LGD Gaming. Ну, в принципе, соперник, возможно, был не самый сильный, но в любом случае, суть в том, что у LGD действительно начало получаться немножечко лучше, чем у них было до этого. Так что будем надеяться, что LGD опять-таки выйдут на хороший уровень, ну и докажут, что этим новым составом они могут играть. Хотя хороший уровень и LGD это понятия такие сопоставимые, как бы как ни крути, они считают 13-й International, команда всегда в топ-8 мира. То есть да, на этом International опять-таки LGD выступили очень достойно. В какой-то момент казалось, что могут даже ребята пройти. ДК, вы помните, выиграли они один матч на следующий день. К сожалению, не смогли довести до ума победу над командой DK. Такой, Леон. Второй день подряд мы видим в исполнении LGD именно этот пик. Ну а пик, конечно, у IG пока нравится в разы больше. Как ни крути, а по-моему выбор сейчас прям на загляденье. Death Prophet, Shadow Shaman, Beastmaster. Ой, Brewmaster. Ой, еще и Джакиро. Прям вообще пик у IG. Воу-воу-воу. Аж какой-то слишком хороший.
Ух ты! Ну и Варлока забирает себе LGD. У LGD какой-то очень-очень интересный план на эту игру. Я не знаю, что конкретно они задумали, но, видимо, что-то очень серьезное. Ха! Варлок! LGD Gaming's turn to pick. Ну что же, в бан отправляется у нас Bristol Back с Думом. Ну что же, и пятый пик. Пятый пик. Вот это да. И Undying'а добирает. Это трипла. Я уверен на 100%, что это трипла в сложной. Как они именно ее поставят, это уже другой вопрос. Но на данный момент есть у меня вот такая вот идейка, что скорее всего это пойдет в сложную. Оно должно пойти в сложную. И это как вот именно там уже в сложной это будет происходить, это уже совершенно другой вопрос. 10 Итак, последний пик. Это Dark Seer. В принципе, пик у команды LGD довольно активный, довольно веселый. Мне очень интересно, как же они будут ставить линии в первую очередь. Ну и что же будет дальше. Итак, IGLGD, напомним, 2-2 и у одной, и у второй команды. И одной, и второй команде очень нужны очки. И одной, и второй команде очень нужно побеждать. И мы начинаем смотреть за этим матчем. Ну что же, призовой фонд турнира, я как всегда вам напоминаю, в начале матча есть у нас такой чудесненький титр, который объясняет многое, и не надо спрашивать дофига. 237 180 долларов США. Огромный призовой фонд уже и продолжает он расти. Будем надеяться, что будет расти он дальше, и будем надеяться, что... До финалов, которые состоятся с 23, напомним, по 26 октября, успеет он добраться до следующего майлстоуна, до 250 тысяч долларов США. Я очень надеюсь. Ну что же, итак, Джун с чизбагом мы видим пока в сложной, да, я думал, что это будет трипла, это будет дабла, не один раз уже мы ее видели в разнообразных матчах не только в Китае, но и в Европе, и в Америке мы видели вот такие вот попытки. Сыграть такой вот сложной линией. Посмотрим, как будет здесь. Ну что же, Феррари в миде против Сайлора стоит. Здесь мы видим Яо и Фейс.
Ну а тут Чуань сразу разминает Фейта очень серьезно, и мы видим... заставляет того уже тратить немножко ману, забирать руну и так далее. Ладно, поехали смотреть. Итак, Миди Сайлер против Феррари. Феррари на Брюмастере качает. Мы видим сразу же критулечки. Сайлер против него выходит. Интересный будет лейн, конечно же. В легкой линии у нас Инжулай на Дарксире. Чизбак на Андаинге. Мы видим Джун на Джакиро. Ну и здесь же Чуань пытается... много чего придумать, кстати, Чуаня тут могут убить. Чуаня тут реально могут убить, и если ММА копнет. Так, нет, ну тут что-то побоялись. Лучше надо, ну, я уверен, что надо было все-таки Чуаня все-таки копать, пытаться убить. Я бы подбежал, помог бы, конечно же, и Фейт. И, скорее всего, убили, там все-таки 400 хп, боже, это небольшая проблема. Но вот мы идем не рискнули. Сайлер на ликантропе тем временем 6-0. A penny denied is a penny earned. Ну и Силарушка, мы видим, в миде начинает уже хаулям помогать команде. 7-2 пока у Силара, у Феррари 6-1. Что дальше? Не ясно, потому что вот здесь вот, ну, я имею в виду, что дальше будут делать ребята из IG. Не ясно, потому что, ну, тут единственная активность, которую они могут проявлять, это просто стояние на линии. Но мы понимаем, что имеется Ло, который на ДП должен стоять и фармить. Имеется Феррари, который тоже до получения, не знаю, Блинкдаггера, Аркантапов, ему надо стоять на линии. Хотя Силара сейчас можно убивать, Силару еще один удар! Как же подставляется Силар, неужели спрячется он? Да, Феррари не успел прокликать по лесам. Мог быть First Blood здесь в исполнении Феррари немножечко не хватило. Бывает. Ну и мы идем Джун с чизбагом. Отправляется в сложную линию сюда вот. Инжулай. Тут тем временем Дарксири фармит. Вот вылазок от LGD ждать стоит. В первую очередь, потому что это Дарксир. Дарксир куда-то точно побежит. Не будет же он стоять на линии. Ну, скучно это. Просто брать и бежать куда-то. Все будет нормально. Ну, ладно. В любом случае, Джун, мы видим, с чизбагом здесь продолжает стоять свою линию. Третий левел имеется у Джуна. Это фармящий такой Джакиро. Не знаю, какой прок именно с фармящего Джакиро. Я не называю его Кэрри Джакиро. Я именно говорю фармящий, потому что что надо. Что они с ним будут делать, непонятно. Мидим, Чуань, проблемы огромные. First Blood сделали на ликотропе. Вот Чуань пытается учить Чуань. Чуань здесь погибает. Заработал фраг с плитом коллектив LGD Gaming. Но в любом случае... размен не самый хороший, ФБ делают на ликантропе, там, где оно и должно было случиться, там оно и произошло. Ну и ММА, и, конечно, потянулся с Фейтом, но потянулись немножечко поздновато. Ну вот мы им пока не было на линии Силара, тут Фейта активно понапрягали волки, активно понапрягал ММА, возвращается Силар, да, будет он проигрывать левел с копейками, но это не так критично. А Чуань уже на топе, на Яо нападает, сетка, Ло будет задувать, и еще два выстрела по Яо надо сделать, Яо выживает 56 хп. Немножечко не охватило здесь дэмэджа. Бывает. Феррари на Брю. Феррари 980 голды. Интересно, будет он делать ли сейчас аркантапки или нет. Не я, Феррари, проблемы. Томба такая непривычная, ЛОЛО. Проблемы огромные здесь у Феррари, да, он тут погибает. В любом случае, Силар тут, смотрите, как носится под апхивалом, да, чизбак едва ходит. Я подумал, слушайте, а вот апхивал-то вместе с Томбой, это же очень крутая тема, да, здесь они в разных коллективах, но если вдуматься, ставится Томба апхивал, там же вообще никто никуда не уйдет. И там просто бери и добивай.
вот надо будет где-то в паблике затестить. Ну, в любом случае, 2-1, LGD вышли вперед. А как мы предполагали, LGD довольно активно действует. LGD гангирует, в то время как здесь больше какие-то стояния идут. Ну, вот прям начал сейчас бегать через баг по линиям. Есть у него вторая томба, есть у него второй дикей. Можно как-то что-то выдумывать. Ну, а здесь Джун в 3. Liquid Fire, и как только у него будет 7 левел, как только у него будет 4 Liquid Fire, начнется вместе с большой охота за таурами команды LGD. Это понятно, подбегать под тамбой будет тяжело, но вот пока, правда, зомби тут дает жару, подбежал, умер, убежал, то есть такой себе чизбак, непонятно, чем он, что он тут хотел показать. Да, он хотел в спину зайти и как-то на кого-то напасть, но все-таки ММА-то с фейтом не зря на карте находится, правильно? Силарушка взял тем временем левел 6, есть у него уже шейпшифт, скоро будет даже 7, Феррари тоже сейчас будет 7 левел, Феррари купил, ого! Феррари не стал приобретать аркан тапки, не стал приобретать дагер, Феррари покупает себе Power Treads. Ну ничего себе, Феррари-то. Сильно. Решает Феррари купить по Т. Ну окей, больше хп. Понял, что, наверное, будет, надо будет больше драться и так. Поэтому решил. Купить себе Power 30. Аркан тапки тем временем появляется у Луо на топе. Аркан тапки, есть кольцо, есть базилка. 6 левел тоже имеется, понятное дело, пока не качал ультимейт, нет смысла. В 4 Witchcraft нужен. Потом ультимейт уже можно на 8 левеле вкачать. На 9 докачать до 4 уровня криптсворм, как это обычно и делается. Здесь у Джуна проблемы. Ну и Джун тут никуда не уйдет. Он пытался приморозить, но тут, конечно, без шансов. С таким мувспидом. Ну тут чизбак тоже прибежал, но он ничего не сделает. И уходит отсюда LGD. Фраг заработал Силар. Ой-ой, Чуань ловит Силара. Здесь же Феррари. Силар не в ту сторону побежал. Это поворот не туда, вы знаете. Ну и будет ли Феррари пытаться ловить еще и ММА под тавром? Нет, не стал. Ну, Силар мог спокойно убежать сюда, но он почему-то решил побежать вот так вот. Туда, где у него нет вижена, туда, где лес, туда, где темно, туда, где партизаны. Ну вот мы видим, в итоге был за это наказан. Т1 тавр снизу придется сейчас давать команде LGD, ибо дефит, скорее всего, они это не будут. В миде у нас Яо. Яо пытается максимально быстро тавр в миде забрать. Кстати, это будет очень круто, потому что мы понимаем, что снизу очень серьезный такой пуш-пик у команды IG будет толкать вышку. А вот кто это летит? Что делает Феррари? Где Хекс? Вот он Хекс. Там под копом, кстати, не попали. Надо уходить. И понимаю, что надо уходить. Тавр забрали. Феррари Primal Split сэкономил. Ну и то ММА здесь погибает. Вот проблема ММА в том, что он в миде не попал под копом. Если бы он попал под копом по Феррари, его бы, наверное, начали бы убивать. В итоге он не попал под копом. Начал вот сюда вот убежать. Но опять-таки в лесу его поймали IG. Но в это же время, вы смотрите, Инжулай на топе забирает вышечку. Ну, не забирает, а хотя бы дамажит вышечку. И по таврам-то счет 1-1. Но вот, правда, IG сейчас останавливаться уже не будут. Следующий тавр должен быть вот этот. Или все-таки на топ пойдут. Джун, да, Джун побежал с чизбагом, с чуанем на топ. Сейчас IG будут просто практически нон-стоп пытаться забирать вышки. Ждем. Какой экшен дальше будет показывать парни? Что же Джун быстренько крипов тут поубивал. Но мы понимаем, Liquid Fire в 4. Таура будет гореть очень быстро, крипы горят еще быстрее. Здесь ММА немножко подпушил. Что это, кстати, если ММА, можно фингером уже развлекать. Ну и пошел у нас ультимейт Банши. И первый тавр будут забирать здесь Invictus Gaming. Thank you.
Без боя, спокойно. Тавр забрали. У Варлюши есть, кстати, уже голем, так что можно как-то уже попытаться и подраться. Потому что, ну как-то, ничего не происходит. Где-то же надо уже голема побросать, фингеры посаживать. Как бы два ульта есть у саппортов LGD, это самое главное. Ну и два тавра потеряли уже LGD Gaming. Понятное дело, что скоро будет перетяжка и на третий. Да, вот по деньгам в ноль играет команда 15600-15610. По XP очень маленькое, но преимущество у LGD. Итак, Феррари заходит в спину. Блин, Хекс, будет ли подкоп? Вот он подкоп, вот он голем. Феррари не успевает. Успевает ультануть, там залетел фингер, лол! Два ульта в Primal Split потрачены и не убивает Феррари. В итоге Чуань отсюда уходит. Голем пытается дамажить непонятно кого. Инжулая поймали, он стенку поставил, юзнул меку, пытается уйти Инжулай. Инжулай уходит, минус Банша, минус Раста. Пытается убежать отсюда, Чизбак тоже не уходит. И это минус 3 от LGD, несмотря на супер, на нереально неудачный просто... старт файта. Ну, потому что, вы понимаете, там залетел голем, залетел фингер в товарища Брю. И он ультанул и спокойно. Причем фингер он вообще, по-моему, мотивейдил ультом. Или мне показалось, я не знаю. Вообще не знаю, можно ли так сделать. Но мы видим, неудачное начало не помешало команде LGD эту драку выиграть. Слишком много гапши, все это под обхивалом, и вот как-то вот по чуть-чуть, обхивал, стенка, иллюзии, ну и неплохо-неплохо сыграли LGD. 7-3, они вышли уже вперед, у Invictus Gaming могут быть кое-какие травмы, если они сейчас активно не начнут прессовать вышки. Именно это они и должны делать, потому что, ну, это единственное, что они могут делать хорошо, это действительно забирать товара, мы это прекрасно понимаем, они это тоже прекрасно понимают. Но вот не так легко это и делать. Так, тут вы смотрите, Дарксир просто даблкил. Ну вот что это такое? Если вот так вот Инжулай просто забегает и делает даблкил. Волки и Инжулай. Ну а здесь еще и поймали Джуна. Джун пытается убежать. Продманы там нету, потому что рядом уже Лу, рядом и Феррари. Решили от греха подальше убежать. Действительно, Дарксиру нужна мана, есть у него, конечно, Soul Ring, но зачем куда-то нестись, если все очень хорошо. 9-3, даблкил Дарксир, зарабатывает себе 11 левел, уже вторая стенка имеется. Сайлор имеет Владмир с ПТ. Так, Сайлор, бьют его варды, но убежит отсюда Сайлор, ну и Чуань в итоге тратит варды. В никуда, очень далеко был Ло, поспешил немножечко здесь Чуань, и мы видим, нервишки уже начинают. Шалить, причем так серьезно шалить. Ну что же, ММА, тем временем 6 левел по-прежнему на топе вместе вот с Яо сейчас пытается кого-то поймать. У Яо, кстати, нету еще ПТ, у Яо просто тапок и базилка, ну больше ничего, ну меку собрался, да, ну ПТшки пока не пахнет. Пошел обхивал, и да, давайте жечь с лонгрейнджи, потому что идти под тавр никто не будет. Посмотрите, как идет Феррари. И вот этот обхивал просто кастуется на ровном месте. Вот он, ло! Томбу надо убить очень быстро. Пошел голем. Томбу пока не бьют. Разорвали просто Баншу. ММАй тоже умер. Томбу сбрили. Брюмастер пытается какой-то дэмэдж внести, но дэмэджа очень-очень мало. Голем тут вносит как раз таки кучу дэмэджа. И вот Феррари начинает его резать, начинает его колоть. Феррари тут без шансов для Феррари, наверное, все-таки пытается его стопить. Неужели сможет сделать блинкаут? Ну нет, конечно, горит волк на него. И Феррари берет инвиз. И сгорит ли волк его? Стянули. Не знаю, что здесь стоит Феррари. Хорошая позиция. Молодец. Очень четко сейчас все делает. И уходит отсюда. Причем еще сделал блинк-клэп. Точнее, клэп-блинк, а не... Чем же он клэп-то делал? Узнали, что он здесь еще бы где-то там стянули. Было бы хуже. Да, выигрывают опять, по сути, драку LGD, потому что они не потеряли тауэр, разменялись в 1-1, прогнали Феррари, чуть не убили его, и забирают один тауэр снизу. У парней из LGD все очень круто на данный момент.
Ну что ж, пауза у нас в игре. Надеюсь, недолго. Ну и, ребят, я напоминаю, что на нашем четвертом канале прямо сейчас идет трансляция StarLadder SEA. Southeastern Asia продолжает нас радовать матчами. И сегодня там Midtrust Awake сейчас идет игра. Ну а потом будет решающий, один из решающих супер матчей. Потому что будет играть Титаны против Johnny's Revenge. Малайзийская битва. У Johnny's Revenge 8-1, у Титанов 8-2. И это последняя игра для Титанов. В случае победы у Титанов ставит 9-2. И они будут иметь преимущество в личных матчах на Johnny's Revenge. Так что там нереально важный матч. Так что следите за той трансляцией. Канал StarLadder 4. Еще раз всем напомню, не пропускайте. Ибо это пропускать нельзя. Даже я не буду пропускать. Я даже прямо сейчас возьму себе и на планшете включу, чтобы одним глазом наблюдать, что же там у нас происходит. StarLadder 4, еще раз напомню, там сейчас заканчивает играть Midtrust и Awake, ну точнее не заканчивает, там идет игра Midtrust Awake. Ну а после них Титан против Johnny's Revenge. То, что вы пропустить не должны ни в коем случае. Итак, врыв на Рошана, Инжулай далеко забежал, Инжулай выживет ли, Инжулай ничего не может сделать, он в Хиксе погибает, теряет киллинг-спри, Фейт тоже теряет свою жизнь, скажем так, и тут, конечно, наглый врыв от LGD был наказан IG тут же. Ну и Рошана должны забирать. Должны забирать Рошана здесь парни из Invictus Gaming. Вряд ли им LGD будут пытаться опять-таки мешать. Мы понимаем, что Darkseer уже помешал. Хватит таких помех. Ну и это минус Рошан. На топе ММИ мы видим на Леоне. Есть у него блинкдаггер, кстати, 1, 2, 3 стата, и с блинкдаггером может быть веселее. КСТ очередной тавер, и Силар подставился, продает голем. И можно бить Феррари, у Феррари, если у него, да, есть у него Primal Split, он заюзал чизбак, тем временем погиб, Томбу надо убить. Томбус грызли, вот убили. И вот вы смотрите, пооставались-то только маленькие мини-брюмастерята. И как бы этих мини-брюмастерят здесь не убили. Вы смотрите, остался один. И вот на него вся бригада. И Феррари привет, говорят. Вот так вот. И это минус 2. А, не, подождите, это Эгис. Ой, лол, это Феррари так бездарно Эгис сейчас отдал. Ну да, тут и просто выйти даже не может никуда отсюда. И до свидания, Феррари. Яо зарабатывает фраг, но что же, тавер, конечно, не отдефили, потому что тавер у нас забрал как раз-таки брюмастер, но потеряли андаинга, убили, то есть андаинга, убили брюмастера и к тому же выбили Аэгис. Так что все очень хорошо сейчас для LGD. По деньгам мы видим, они впереди на 2000, по XP на 4000. После этого тавера будет еще лучше. Да, неплохие ребята из LGD в сегодняшнем матче, что не варите, действительно хорошо у них все получается. Ну что ж, ММИ побежал там в лесах помочь немножечко Силарчику. Ну что ж, снизу атака. Ну, тут проблемы огромные у Яо, и ему тут вряд ли уйти. Приморозили, расстреляли, правда, ультимейт. Лу зря на него тратил, но теперь вынужден с этим ультимейтом идти, наверное, на Т2 тавер, потому что, ну, просто так, ну, не пойдешь. Ну что же. Врыв. Ой, какой хороший сейчас будет врыв. Я чувствую, прям заходит ММИ. Стянули подкоп по троим. Просто делает ММИ брависсимо. Чизбак тоже погибает. Томбу он уже перед смертью поставил. Здесь под апхивелом Лоу никуда не уйти.
Минус 3, ММА, я за Чуанем погоня, Чуань здесь, мы идем зажался, правда, ММА убили, Феррари, Феррари с ультимейтом, да, и Чуань должен уходить. Но в итоге вот ММА и умер, но в любом случае 3 в 1, и этого хватает однозначно. Зомбаки ползают. А, боже, зомбаков можно и пофармить, чем проблема. Феррари в толпу, Primal Split, но тут Мека и Феррари, ну всех же не поубиваешь, Сайлора тут не убить, ему просто не хватит, и вот смотрите, Сайлор на развороте решил просто всех поубивать. Пытается Шторм здесь убежать. Шторм убежать не смог. Ну и вот Феррари. А нет, лол, зачем же его убили? А зачем же вы его убили? Ну, бывает. Фейлы. Маленькие фейлы, скажем так, иногда. Ну что ж, Феррари, Ло и Чизбак в миде что-то пытается придумать сейчас. Ну, вообще, вы понимаете, что происходит в игре, что у IG пик очень хорошо ориентирован на то, чтобы забирать товара и так далее. Но в итоге они встреют Феррари. Феррари, ты же без Primal Split, а что ж ты делаешь, Феррари? Голем падает на Чизбага, Феррари пытается жить. Чизбак здесь никуда не... Ой-ой-ой, как же их еще и стянули под голема. У Джуна проблемы, там еще и стенка, это уже минус 2, это минус 3. Ну, LGD тут чуть ли не фуловые всей командой, да, и такое. Ну, очень силен Дарксир, очень хорошо вписался Дарксир, хотя у него ничего нету, посмотрите. У него реально пока ничего нету, у него, да, 4000 денег, но у него, ну, толком по артефактам не, особо ничего не найдешь. Ну, тут некра какие-то, да, ну как же хорошо заходит Дарксир и Варлок. Четвертый апхивал, голем, это только первого левела голем, сейчас будет второго, а там вообще беда. Но вы знаете, по-моему, у команды IG здесь нереальные проблемы. Ну а поражение в этом матче поставит IG чуть ли не на грань вылета со Star серии. То есть я имею в виду не попадание в плей-офф, конечно же. Middle tower is under attack. Ну что же, Сайлор. Видим, формирует. Ну что же, и Феррари. Фармит леса. Ну, IG понимает, и надо просто идти и попытаться как-то задавить. Я не знаю как, но как-то надо попытаться, потому что, ну, тут... тут без вариантов. Ну, опять-таки, здесь все готово. Вот так вот врыв минус Undying в секунде, томбы не будет. Феррари в хиксе, Феррари будет пытаться убить ММА через Primal Split, но даже без Primal Split, но тут уже все. Тут уже минус еще один, правда, вы смотрите, в Макропире-то сгорело двое. И можно убивать также Яо, тут 3 в 3, 4 в 3 может быть, Яо тип аут. Тут же Ветра от Ло, есть байбек, есть ультимейт от Брюмастера, и Яо должен погибнуть. И вы смотрите, это 4 в 3, выигрывает драку IG. Хорошая Макропира, и все пошло хорошо. Да, ну и опять-таки у нас не самые приятные новости из нашего азиатского дивизиона. Там, напомним, идет игра Митрас против Awake. Сегодняшний важный матч между филиппинской командой Execration и Arrow Gaming был перенесен из-за непогоды, из-за опасности тайфуна. Ну, вы знаете, там постоянно происходит такая беда с погодой. Ну и точно так же мы вынуждены сделать с матчем Johnny's Revenge против команды Titan. Юго-Восточная Азия, скажем так, сейчас немножечко, некоторые регионы в Юго-Восточной Азии немножечко страдают от погоды. Ну и вот Южные Филиппины, а также Север Малайзии, где расквартировываются как раз-таки эти коллективы, немножечко
иметь перебои с интернетом в связи с этим. Именно поэтому, к сожалению, сегодняшние матчи перенесены. Перенесены они на 27 число, матч Execration. Ну и вот мы вам дополнительно дадим знать, на какое число перенесен матч Johnny's Revenge против Titan. Но погода... Это не футбол, чтобы матч состоялся в любую погоду, так что бывает. Ну ничего страшного, так что сегодня на StarLadder Asia у нас всего один матч, который прямо сейчас идет, это Mitras против Awake. Зато на StarLadder China у нас после этого матча будет еще одна игра. Так что посмотрим Китай. Ну а Азия завтра продолжится игры, так что не переживайте. Итак, LGD Gaming на топе. Будут пытаться сейчас спушить вот этот Т2. По деньгам мы видим в нулях. Все было в какой-то момент 7000. Кое-какие байбеки и драки в ноль. Загнали график, ну и 10 тысяч вернулось в 4000. Так что IG за счет прошлой драки заработали очень много денег. Ну и вот сейчас будут забирать они Т2 снизу. Да, IG забрали. Ну и пора заходить на хайграунд. Пора заходить на хайграунд. Сейчас пойдет экзорцизм третьего уровня как раз по таймингу. И вот вошла атака на ХГ команды LGD Gaming. Чуань, что это за варды? Чуань на ММА, они плохо, в принципе. Вы смотрите, ММА развалило. И у Яо тоже проблемы, Сайлору не дают подойти. Упал голем, стянул Дарксир всех на стенку. Тут полетела Шива, это Инжулая. Пока умер только Undying. Но Т3 упала, бараки надо бить. Яо приморозили, у Яо огромные траблы, Яо погибает, у него есть байбек, его надо делать, тут же байбек делается. Проблемы у Инжулая, Инжулай встанет, бьет его экзорцизмом, но тут же Мека выживает. Инжулай приморозил его, как ты, ХД, уже по Т4 разбивает лицо Инжулая, разбивает лицо Фейту, Яо здесь сайленс, но Феррари, скорее всего, погибнет, не успеет сделать блинкаут, да, стянули его, хотя живет Феррари. Шива по Феррари, клэп он дает, пытается бежать, но нет, тут Феррари не уйти, но в итоге... Падают нижние бараки, падает Т3 Tower. Три байбека заставляет сделать IG, если я не ошибаюсь. Сделал байбек Варлок, сделал байбек Вайпер и Дарксир. Три байбека, причем Варлока еще убили. Сами ни одного байбека не сделали. Команда IG очень серьезно переворачивает игру за последние две драки. 7500 до 4000 плюса. По деньгам, по нетворсу вышли IG, ну и по XP сейчас тоже они будут впереди. Ну что ж, 28-я минута матча. LGD IG. LGD идут в очередную атаку. Там нету кучи байбеков. И об этом прекрасно все знают. Но с другой стороны, Primal Split уже имеется, кстати, у Феррари. Можно врываться. Вот пошла тамба. Пошла тамба по тауэр. Пошел Инжулай. Но вот не так просто. Есть чизбак в форме. Есть у нас здесь обхивал, Инжулай стянул, проблемы у чизбага, он погибает, у Джуна тоже траблы огромные, он погибает. Здесь Феррари вгрызся в Фейта, но Фейта там, ну да, надо добить, но в любом случае он, да, уже все, что от него требуется, сделал. А обхивал пока вставал, вот тут, вы смотрите, ММА-то как ввалил Фейта ультимейт, хотя не должен был этого делать, но в итоге, смотрите, два игрока IG мертвые. Один игрок LGD мертвый, но Инжулай сейчас зарежет Чуаня. Да, Чуань тут должен погибать. Смотрите, как прыгает. Как прыгает эта овца. Маленькая, очень прикольная. Ну и 3 в 1. Подняли у нас Яо. Чизбак на Яо. Здесь же хорошо ММА из блинка двоих копает. И LGD отвечает. LGD отвечает очень серьезно. 3 в 1. Они убивают ММА. Пивко. ММА. ТП аут. Не хватит. Не хватит ему, конечно. Не хватит. И вот просто Undying с Феррари запилили. 3-2. Ну, байбек был у Андайнга. Это, в принципе, такое. Но в любом случае 3-2.
Ну что же, in July. Тем временем, по-прежнему, мы едем Шива 1400 Vanguard Tranquil Тапки. Ну и Рошанчик. Ну и вот он, Рошанчик. Падает Рошан. Голем. Упал. Тут подкоп по Чизбагу. Чизбага не сбрили. ММАй встанет. ММАй уходит. Брюмастер ультанул. Варлока уже убили. Но Варлок-то уже раскастовался. В принципе, ничего страшного. То, что Голем погиб, это страшно. Сайлор отсюда убегает. Ну и смотрите, размен-то один в один идет. Просто там стянули двоих. Юлу мог быть травмы. Ну попробуй его убить-то под экзорцизмом. Чувань поймал Яо. Там задувает. Очень серьезно Джун. Яо в стане стоит. Брюмастер еще один клэп по Яо. И Яо все-таки погиб здесь. Ветра в Инжулая. Инжулая заморозили, и Феррари тут клэпа, конечно, не будет, Инжулая уйдет, но в любом случае 2 в 1 выигрывает драку опять Кейджи. Смотри, что делает Феррари. И кто забрал Рошана? Кто забрал Рошана? Там рефрешер, кстати, я не увидел, кто забрал Рошана. Дайр забрали Рошана, и Аегис у Банши. Хорошо. То есть своего Айджи добились, Рошанчика они забрали. Но и мы видим, по деньгам 5000 они ведут, по XP ровно 0. 59-870, 59-870. Идеальное равенство в этом матче. IG и LGD дарят, конечно, действительно ровненькую игру. Ну что же, алло. На топе продолжает отпушивать линию. У него ветра, у него БКБ. Шиву очень хочет сделать, но появится она у него вряд ли скоро. Ну, она-то появится, но вряд ли скоро. Ну и вот врыв на Джуна. Подкоп от ММА, ультимейт от ММА, минус Джун. Быстро, четко и вовремя. Но вот, кстати, проблемы могут быть огромные здесь у Силара. Правда, вынужден он прожать БКБ и убежать, так что проблем нету. И варды поставил Чуань. Так что, в принципе, все очень круто. Ну, у Чуаня-то есть уже рефрешер. Так что две пачки вардов стоит ожидать. Мидя, Инжулай, до свидания. Не сможет он тут убежать, конечно. Death Prophet забирает фраг, и параллельно Варлока убили. Ну вот, вот такие вот глупые смерти, это вообще никуда. У Чуаня 75 секунд, правда, до вардов. Да, он сделает рефреш, варды поставит на Т3, а потом будет еще одни. Кстати, это очень неплохо, вы знаете, если бы варды там на топе не потратил Чуань, сейчас был бы мид, точно минус мид. А так у LGD еще есть шанс. Ну, байбек придется сделать Dark Serum. Да, вот он байбек. Полетел, полетел экзорцизм. Феррари заходит очень далеко. Сразу же прыгает в толпу. Получает хекс. Подкоп. Феррари. Это просто какой-то идиотизм. Такая смерть Феррари. И тут мы видим, стянули еще Ло. Стянули Чизбага. Хекс от ММАя. Ло пытается уйти, теряет Аегис. Ну вот тут же Сайлор. Ветра. Но там нету у Ло уже, как бы, не забываем экзорцизма. И вынужден он как-то вот так вот драться. Здесь Чуань. Закрыл Яо в лесах. Сам Хиксе бегает. Яо едва живой. Приморозили Яо. Ну, один дикей. И голем падает от фейта появившегося. Еще и ультует перед смертью. У нас вайпер дикеем там таки добили. На голема стянули сейчас Джуна и Ло. Забрали в Дарксира. Дарксир без байбека. Если здесь IG эту драку таки отстоят, скорее всего, они выиграют эту игру. ММАй. ММАй едва живой. ММАй тоже в таверне. Джун. Джун. Мансит от голема тоже погибает. Здесь фейт прибежал. Ой, боже, что происходит? 3 в 3, ММАй байбек. Тут такие войны просто идут. И смотрите, ММАй-то еще пытается поймать или Чуань, или Ло. И поймает же Чуань. Хекс первый успел дать ММАй. Подкоп. Чуань. Два саппорта дерутся.
ММА отбежал, ну что, они убивают, добивать нечем просто. А, или есть! Или есть. Так вот, ММА Чуаня просто не простил. Ну что же, Вайпер, мы не в нижнюю линию, пытается как-то оттолкать. 5-5-9, стата вообще, давайте глянем, стату 5-5-9, Вайпер 4-6-9, Фейт, Инжула 11-5-14, 9-3-18, Садр, ММА 3-6-13. Вообще ровно идут все, да, вот что мне нравится в таких играх, что нет какой-то войны там очень бешеной, что у нас... Всегда все ровно. То есть, никто особо не выпадает, никто особо там не выделяется. То есть, и в той команде весь ростер отыгрывает ровные матчи. И это действительно очень круто. Это показатель того, что как бы коллективы друг друга стоят. Ну и того, что игра интересная. Игра действительно интересная. Каждый за место просто что-то. Ну что, IG, очередная попытка. Есть две пачки вардов у Чуаня на этот раз. К тому же две пачки агонимных вардов, непростых. И, ну вот, если зайдут на ХГ, это будет тяжело, LGD. Поэтому они, понимаешь, драться надо раньше. Не давать варды поставить на хайграунд. Ло, БКБ, зашел на ХГ. Томба. Так, ждем Чуаня. Ждем Чуаня. Вот он, Чуань. Чуань! Отличная игра от Чуаня. Не успел даже добежать, чтобы тыкнуть хоть одну пару вардов. В итоге погибает Чуань. И погибает тут же и... Undying. Фейт прыгает за Ло. Ну, тут Ло, правда, не поймали. ММА может умереть. У меня пошли лаги уже в драке, причем бешеные. Да, и в итоге, кстати, это минус 3 все заканчивается. Вот Чуань не поставил варды, называется. Но все равно троих убивает. Там есть байбек, драка продолжается. Погибает также у нас Варлок. Ну и Феррари с Луа и с Джуном остаются. Против них только Ликантроп. Ликантроп к тому же вот сейчас будет с формой, но без некров. Поэтому нужно заходить на хайграунд и бить просто с руки тавр. И ждать, пока прибежит этот страдалец Чуани. Хоть раз в этой игре тыкнет варды. Так, есть байбек от Варлока. Уже очередной, не знаю, в какой раз за игру. Врыв. Феррари клэпнул не по кому. Подняли ветра в шейпшифтованного. У нас Силара, приговорили его. Ну, приморозили его немножечко. Так, Инжулай. Инжулай пытается уйти. У него маны больше ни на что нет. Надо бежать отсюда. Инжулай, он уходит. Ну, а здесь апхивал. Феррари прыгает на Фейта. Просто с руки рубит. У Феррари скоро будет новый ультимейт. Но бежит уже Чуань. Чуань уже летит. Чуань, без тебя я вообще не могу справиться. Т3 упала. Ну и бараки. Бараки проседают очень-очень-очень серьезно. Ну, если дадут им проседать. Ну, вот, правда, прибежит вот этот пацан, им дадут точно просесть. Может, ему пойти сюда наверх Т2 забрать тем временем? Хотя там Т2 и само упадет. Так, Ло, Чуань идет на хайграунд, ставит одну пачку вардов. Больше он ничего, наверное, здесь не поставит, потому что сейчас придется ему умереть. Чуань, да, просто зашел в толпу и умер. Но есть варды, и это самое главное. Правда, есть две, нет, тут одна пачка варда, он прожал, или две. Я не понял, рефрешер прожал. А, нет, две, все правильно, вот упало. Я не увидел вторую, потому что у меня лаги какие-то вообще лютые. Ну и ММА это тоже добили, в итоге один живой Фейт. Ну и IG. IG такие отковыривают этот матч. Я не знаю как, но да, две стороны тут, они тут снесли. И понятное дело, что LGD тут не отобьются вообще никак. Ну, Т4 Тавра бить, я думаю, есть смысл. Я думаю, нет смысла ломать Т2 вот здесь вот идти. Т2 сам по себе упадет. В дефенсе только Варлок, который дает апхивал. Апхивал не мешает бить Тавр. Но вот байбек Дарксира, это да, это уже можно отойти. Инжулай до конца.
Окей, Феррари говорит, давай пообщаемся. Вот тебе пивка, вот тебе хекс от Чуаня, вот тебе сетка от Чуаня. У Фейта нет голема, через секунду будет, вот он голем упал. Мы его еще не видим, но он есть, ну вот он есть. Чуань умрет. Чуань, да, погибает Чуань, 80 секунд его опять-таки не будет. Феррари тоже может умереть. Феррари 50 хп. Ну, Феррари выживает. Да, Фейт отогнал. Фейт убил Чуаня, убил Зомбака. Что, всех поубивал, что ли? Да, Фейт убил Ландайнга, убил Чуаня и чуть не убил Брюмастера. То есть, отогнал он троих отсюда своим одним големом. Но, правда, вы понимаете, что толку мало. Теперь нужно дефить последнюю линию. Ну, Т2 Тавра здесь упадет. Ну, а тут тем временем Джун уже занялся тем, что линию надо подпушить до Т2. И скоро к нему команда вернется. Ну что, Рошанчик, решили LGD, что может он им не помешать в драке. Ну, в принципе, да, учитывая это количество байбеков, которые делается у нас постоянно. Приморозили. Ну, правда, заморозили только, по-моему, одного Некрономикона. Пошла Шива, Феррари в толпу. ММАй хиксанул его, выталкивает себя подальше. Феррари ультанул, летает в ветрах. У нас Сайлор. Сайлор вынужден юзать БКБ и убегать отсюда. Но, правда, БКБ-то у него скоро закончится. И вот Луо за ним. Луо, Вайпер Страйк поднял себя, а не Сайлора. Сайлора отогнал отсюда. Драка идет не совсем там, где нужна. Чуань должен сейчас пушить вот эту линию с вардами. Я не знаю, что он этого не делает. Ну, потому что они хотят драться. Ну, вот такие лаги я не заказывал, конечно. Луо БКБ, Феррари мегакилл убивает Вайпера, зажали Сайлора. Сайлор тоже здесь мертвый уже. Ну и наконец-то. Ну и наконец-то заставили IG написать соперника Good Game. Да, неплохой переворот от IG. Не забываем, что проигрывали не в какой-то момент 10 тысяч голды и 8 тысяч экспы. Но все-таки отыгрались и смогли довести игру до победного конца. С чем мы их и поздравляем. Браво, IG, очень хороший матч от них. Казалось в какой-то момент, что привет, приплыли, но нет. Не сдались. Invictus Gaming и довели дело до победного до конца. Ну и теперь проблемы у команды LGD в турнирной таблице. Как ни крути, а тут у них сейчас будет очень-очень все серьезно, потому что турнирная таблица на ваших экранах, LGD имеет, ну, пока еще 2-2, еще не обновился счет. Почему не обновился счет? Вот уже 2-3, IG и Ally Gaming имеют по 3-2, у LGD 2-3, и у LGD осталось 2 матча до конца сезона. Первый они сыграют против Ally Gaming, и еще у них матч против Ньюби. Да, LGD, по-моему, имеют огромные проблемы. Ну что, ребят, мы сейчас с вами уходим опять-таки на последнюю сегодняшнего дня, на последнюю паузу сегодняшнего дня. Нас ждет всего один матч. Второй раз мы увидим команду ХГТ, на этот раз против аутсайдера турнира, против LGD ZDEC. Эта игра через 17 минут начнется. Немножко рекламы, и мы вернемся через 15, вот, через 17 минут на ХГТ, LGD ZDEC, не уходить.